не совсем не успел постоять. Само по себе состояние того, войдет партнер к вам за спину или нет, это должен добиться он. Он не добивается, он хочет зайти. Давайте. Пожалуйста, не давайте. Для того, чтобы ему не дать, вам нужно достаточно вокруг себя создать радиус. Он этот радиус смещает и блокирует. Для этого потом вы уходите от него. Когда вас заблокировали, вы уходите, и самый важный момент, сейчас вот давайте все-таки добьемся того, что захват будет крепкий, это будет его заслуга, то есть не захват. Теоретически захват должен происходить таким образом, чтобы вас блокировать или каким-то образом куда-то девать. Ай. Давайте сейчас пока просто именно захват, но, пожалуйста, если нет возможности, давай я сейчас. Вот так вот вам никто не даст зайти. Вы должны начать через... Пойдешь? Уже видно? Через никер. То есть вы блокируете руку. Также блокируют руку, если хотят, скажем так, в прошлом что-то выхватить. Если понятно... Поэтому заблокировали. Здесь у вас есть желание зайти за вашего партнера. Поэтому начните изначально правильно первую атаку. Давайте немного. Мысль останется той же самой. То есть вас заблокировали. Теперь смотрите. Ось вращения, куда вы входите. Вам... По моему заключению, вам нельзя делать так. Ждать, когда он за вас зайдет, вы не видите, что там. Можно, конечно, говорить, что у вас пробойная очень голова, вы можете ему сломать нос. На самом деле, пожалуйста, вы как отслеживали его, так и отслеживаете. Сейчас займитесь именно этим. Двигайтесь, потом от него опять двигайтесь. Вы каждый раз в мицке. То есть ощущение того, что... Вы должны знать, где он находится, и контролировать его перемещение. Сейчас добавьте маленько локтевой. Потихонечку пойдем. Дополнение. Пытаемся сделать, как будто убежать от него. Но вы учитесь контролировать. Он пошел. Раз, два. Теперь плотный захват, плотные руки. Вам нужно начать свою ось вращения двигать, чтобы у него появлялся радиус. Как упражнение. Дайте возможность ему держать и контролировать. Ай. Давайте. Раз. Смотрите, сейчас возьмем хиджи, но смысл останется тот же самый. Вот эта рука, она как бы забрасывается. Обхват. Три варианта сейчас сделаете. Хатапе. Раз. Думайте о том, что его локоть должен подниматься. Хиджи. Смотрите, опять скобка. Раз, а этот заброс. Поставится тот же самый. И полный захват. У вас опять же движение вперед. Руки как работали вот в эту плоскость, что в ката, хиджи.
кататы хиджи и ката. Все четыре варианта, пожалуйста, работает тело. Смотрите еще раз. Рука, локтевой сгиб поднятый. Я прошел. Хиджи. Локтевой сгиб. Я прошел. Как? Локтевой сгиб контролирую. Локтевой сгиб поднял. Прошел. Опять. Каждый раз вы должны думать о том, где ваш партнера вашего локоть. Хват. Следующий момент. Вы должны понять, где он, где его центр. Поэтому опускайтесь и вперед, просто как упражнение. Вниз. Делайте не руками, а вниз. Отсюда же в дальнейшем также захват. Обхват. Просто сделай. У вас пойдет какая-то техника. Спасибо. Обхват. Теперь смотрите, давай по центру. Теперь тоже так же садимся, только с разворотом бедер. Разведемся. Пожалуйста, поработайте. Это очень, на самом деле, будет сложно. Почему? Потому что чаще всего, чтобы зайти назад, люди начинают наклонять туда вот попу и потом пытаются ногу убрать, а равновесие теряется. Сели. Раз, уже зашел. Ваш центр, его блокируют. Вот самое то, что нужно заблокировать, это центр. Поэтому он этот центр уводит сначала вниз, а потом бедрами назад. Да. И почему я специально сделал падение? Потому что если вы вовлекаетесь в этот бросок, опять спиной, то вы не сбрасываете себя, а вроде как перенаклоняетесь. Ваша ось должна быть всегда осью вращения, а не радиус. Сейчас уход именно в тот момент, когда ваш партнер хочет взять, вы идите под него вперед. Захват. Ну, сейчас давайте не будем задумываться о проверке. Давайте возьмем карту, чтобы маленько перейти к технике. Раз, рука. И... Ваш партнер двигается за вас, а вы двигаетесь в него. Второй момент. Вы продолжаете его движение. Смотрите, медленно. Медленно. Я двигаюсь на разворот. Я двигаюсь вперед. То есть я дошел в тот момент, когда он за меня заходил, и продолжил движение. Вперед, ушел. Разворот. Здесь движение. Так можно длиннее. Два варианта. Смотрите. Разница на 180 градусов. Спасибо. Это называется.